Представляем IP-видеоглазок AVT-861 Wi-Fi USB. С виду он вполне выглядит как обычный оптический глазок. Встроен вот таким вот образом. Снимаем заднюю крышечку. Здесь находится Wi-Fi антенна. Слот для карты памяти до 128 гигов. Кнопочки Reset. Питание. Micro-USB и антенка. Для начала работы с ним необходимо подключить его к сети. Дальше мы скачиваем приложение Smart Life. Мы уже скачали его, здесь его запускаем. Мы должны ждать звуковой сигнал, который означает, что камера готова к подключению. Вот, пока мы готовим приложение, вот такой сигнал прошел. Нажимаем «Добавить устройство». Загружается интерфейс. Вот загрузился интерфейс. Теперь ищем камеру и замок. Вот нажимаем «Камера и замок». Находит. Ищем смарт-камера Wi-Fi. Нажимаем на смарт-камера Wi-Fi. Появляется такой интерфейс. Подтверждаем, что мы слышали голосовой сигнал, нажимаем вперед. После чего нам предлагает ввести Wi-Fi своей сети, которую мы привязываем, и пароль. Мы ввели, нажимаем далее. Появляется QR-код, на который мы должны направить объектив камеры. И ждем подтверждающего сигнала. Вот, сигнал прозвучал, после чего нажимаем «Услышал звуковой сигнал». И ждем, пока произойдет регистрация. Вот сообщила. Успешно добавлено. Нажимаем «Завершено». Она теперь в нашем интерфейсе. Ну, тут можно теперь войти в эту камеру. Вот, и посмотреть изображение. Вот изображение с этой камеры. Чтобы оно было крупным, мы нажимаем вот на эту кнопочку. Вот теперь мы видим его весь экран. Это к нам уже приходит сигнал по движению. Камера зарегистрировала движение.